Кстати, друзья, сейчас я воспользуюсь минуткой такой вот рекламы на Бусти. На Бусти, знаете, что у Александра Шадова теперь на Бусти? Вы не поверите, что у Александра Шадова на Бусти просто невероятное количество всех моих произведений, правда, еще неправленных. Сейчас про Христа спрошу. Спасибо, что продублировали. Я пропустил этот вопрос, просто он пролетел очень быстро вниз. Сейчас про Бусти немножко поговорим и вернемся к Иисусу Христу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Осьминог бесконечности, моя страница. Короче, ребят, смотрите. В системе, если вы зарегистрируетесь на Бусти под рангом кальмарчик, вам будут доступны все сборники, если под маленьким смешком, все рассказы. Потом диалоги, повести, Нараба с миножем и так далее, и так далее, и так далее. Все мои произведения размещены здесь, на Бусти. То есть они автоматически будут вам предоставляться. Все мои произведения, ну то есть вот мои философские произведения. Их 28. 28 философских трактатов, разбитых на несколько октограмм. Можно пощелкать и прочитать, о чем они. Список, порядковый номер романов. Романов у меня как бы сколько? 58, 59 скоро уже назревает. Нет, 60 уже назревает, как бы. Неплохо. Вот, друзья, кучу романов можно прочитать. Ну вот и все тексты выложены, их даже скачать можно. Когда вы подпишетесь, соответственно, на соответствующую величину, вам будет доступно, вот, например, бог шедевизма, доступен контент из третьей и четвертой октаграммы философской. Много книг, много разных книг. Ознакомиться с тем, что можно увидеть там или где-нибудь, вы можете вот уже в открытых постах, а в закрытых будет вот оно все. Херув шедевизма может получить финальные там версии всех моих романов и так далее, и так далее, и так далее.